Уважаемые инвесторы, 11 декабря 2023 года на экране «Газпром», дневной фрейм. Так, ну что сказать, что сказать. В принципе, хорошо, вот мы купили его. Так, ну да, разберемся, значит, здесь получается, в принципе, вот я ждал либо вот коррекции уже до этого уровня, либо вот здесь уже какого-то отскока в эту сторону. Вот, но все как-то, на мой взгляд, это все слабо, не знаю. В общем, ну, можно сказать, вот этот прогноз отработался. Вот этого прогноза, скорее всего, не будет. Что я предполагаю? То есть вообще, ну, вообще хотелось бы, если все так вот действительно, если вот прям верить инструментам и так далее и тому подобное, то да, кто не на канале, я вот вкратце покажу, почему мы его покупали. Здесь вот был разворотная модель, паттерн формирования дна, бриллиант называется. Вот здесь мы его в воскресенье купили, получается, это было что у нас, 10 или 9, не помню. Так вот, ну, в принципе, да, там сегодня начал чуть-чуть падать, но это можно было ожидать. Вот, теперь рост, куда он пойдет, да? Ну, не знаю, мне вот, я предполагаю, что вот до этого уровня мы как-то все равно должны хотя бы дойти, вот до этого уровня. Вот. Так, это первое, да? Далее. Здесь надо, конечно, смотреть. Здесь сейчас вообще тяжело говорить о чем-то и вообще о каком-то росте. То есть может так получиться, что он вот здесь развернется. Да, я поэтому сейчас, ну, очень аккуратно вообще вхожу. Вот. Так, давайте я начерчу вот так, чтобы другим тоже было понятно. То есть он может и тут развернуться и пойти вниз. Я не знаю, тоже надо будет наблюдать вот прям каждый день сидеть и наблюдать. Вот. Далее здесь, естественно, ну, даже если вот мы подрастем сюда, что, конечно, я предполагаю, следующая цель, которую мы, в принципе, еще по Газпрому не достигли, это здесь вот должно, я не знаю, какое-то формирование произойти чего-то. И вот хотя бы вот в эту зону как-то нужно нам прийти вот сюда. Вот, то есть, в принципе, вот эта цена, она такая более-менее, так скажем, разумная, да? 195-200, сейчас, секундочку, извините. Так, вот, и вообще, ну, то есть, мой прогноз вот сюда, да? Хотя бы вот здесь. Здесь я уже буду рассматривать продажу. Вот. Потому что в любом случае, ну, тут непонятно будет, что будет происходить. И вообще все это дело, ну, как бы сейчас с укреплением рубля, тут вообще непонятно, какое движение здесь будет. Вот поэтому такой прогноз. Вот сюда, в принципе, есть хорошие шансы вот сюда прийти. Это 178, 179. А далее вот тут нужно будет посмотреть. Ну, если рискнуть, конечно, можно часть зафиксировать сюда, подождать еще. Вот. Либо будет какой-то разворот и дальше опять вниз на коррекцию. Вот. Потому что нам нужно понимать, что вот это сопротивление нам придется сейчас как-то пробить. Вот они, вот эти две линии, которые у меня здесь отведены. Вот это сопротивление нужно будет как-то пробить его, чтобы вообще куда-то пойти дальше. Вот. На этом все. Уважаемые инвесторы, обратите внимание, что большая часть прогнозов на YouTube-канале публикуется с опозданием от 2 часов и до 2-3 месяцев. А в первую очередь, значит, прогнозы публикуются для спонсоров YouTube-канала, а также в закрытом доступе Telegram-канала.
Уважаемые инвесторы, данный прогноз является авторским, а также 100% независимым и не спонсируется компанией, которую я прогнозирую. Канал не предлагает абсолютных решений, а мои прогнозы – это всего лишь возможные сценарии. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или призывом к покупке и продаже актива. Если вам нравится формат моих видеопрогнозов, а также вы инвестируете в акции России, США, Гонконга, криптовалюту, металлы и валютные пары, то подписывайтесь на мой канал. Также вы можете подписаться на телеграм-канал, в котором я публикую то, что не публикую на YouTube-канале. Каждому лайку или комментарию буду очень признателен. Всем больших профитов и до новых встреч!